вечер, дорогие друзья! Так же это приятно видеть вас в нашем зале, на нашем концерте. Вы не представляете, каждый раз, когда вы приходите, в душе просто праздник. И в душе, и на сцене. Сегодня не просто воскресенье, сегодня канун католического Рождества, и мы, конечно же, воспользовались этим поводом. И сегодня у нас будет несколько рождественских песен. Вот. А так как день короткий, и сейчас уже такое легкое ощущение надвигающихся сумерек, наш концерт сегодня будет местами напоминать такой рождественский роман коллекшн. Я думаю, что у вас у всех создастся такое настроение какое-то лирическое. Я очень на это надеюсь. И сегодня у нас еще будет два маленьких сюрприза. И первый сюрприз я с удовольствием приглашаю сейчас на сцену. Это Алена Бочкарева. Встречайте! Пока Аленка занимает место за роялем, я немножечко расскажу. Эта девочка совсем недавно появилась у нас в коллективе. И это лично мой первый опыт, когда я абсолютно доверяю человеку, говорю, хорошо, ты споешь сама. И ведь не обманула, подготовилась. Сейчас пока Алена ставит себе микрофон. Мы очень рассчитываем на вашу поддержку. Это наша такая первая ласточка. Я очень уговариваю своих ребят, наших ребят, чтобы они сами себя аккомпанировали, потому что это развивает их, нас как музыкантов, вас как слушателей, которые поддерживают, еще раз поддерживают наших ребят, особенно дебютантов. Итак, Алена Бочкарева. Всем здравствуйте. Очень волнуюсь. Не выступала очень давно сольно, и хочу, чтобы вам понравилось очень сильно, поэтому буду рада тоже поддержке. Давайте поговорим немножко волшебства сегодня в этот предрождественский вечер. Да. Thank you.
приятно начинать концерт с дебюта. Ну а сейчас я с удовольствием вызываю, как Деда Мороза и Снегурочку, на сцену наших дорогих любимых музыкантов. Юрий Кривошеин, гитара. Алексей Кутисов, бас-гитара. Владимир Лугодин, барабаны. Николай Добкин, клавишный инструмент. И вокал. Мне каждый раз очень приятно напоминать, что в нашем огромном, ну, огромном, большом поющем коллективе люди с самых-самых-самых разных профессий, и это очень приятно, когда люди после работы приходят и занимаются музыкой. Олечка Могильникова так прекрасно рисует, такой она замечательный дизайнер-архитектор, если я не ошибаюсь. Сейчас она споет вам песню, которую, я уверена, вы будете петь вместе с нами. Оля Могильникова! Всем добрый вечер. Я поздравляю вас с наступающими праздниками. Принято под Новый год желать друг другу, чтобы все мечты сбывались. И мне кажется, особенно ценные мечты — это не те, которые исполняются по воле случая, а те, которые мы исполняем сами. Вот я хочу пожелать вам сбывать мечты для себя, для своих близких. Песня, которую я спою, не совсем об этом. Просто позитивная песня, которую можно подпевать, не зная слов. What's up? Thank you.
Могильникова. Следующая наша Снегурочка на сцене. Катя Олькина. Пожалуйста, дорогая. Добрый вечер. Я сегодня спою совсем не новогоднюю песню. И хочу вам пожелать в новом году быть сильными и любить друг друга. А на мой взгляд, может даже новогодняя песня. Угадай, будешь ли ты достаточно силен для того, чтобы быть моим мужчиной? Это такое новогоднее, по-моему, такое желание-загадка. Strong enough! Катерина Олькина. Сейчас будет еще одна дебютантка, которая будет петь мою любимую песню. Встречайте, пожалуйста, Саша Архипова. Большое-большое поле.
где куча безумных, странных, расслабленных людей под легкими наркотиками слушают музыку. Нас уволят! Джонни Митчелл, Вудсток. И я жду на сцене
Алису Сашнину. Наш самый главный рокер. Поможет ей сегодня Рубен Топкарян. Всем добрый вечер.
Давайте в преддверии Рождества не забывать о любви. О любви друг к другу, о любви к близким, к родным, вообще ко всем, к миру. Да, у нас тут минутка философии, потому что сейчас на сцену снова с такой непростой философской песней выйдет. Это к концу года, да, хочется что-то переосмыслить, какой-то подвести итог. Анна Мальвина Дубинская! Выходи, дорогая. Здрасте. Я хочу вам напомнить, кто нам сегодня помогает. Это Николай Добкин. Конечно, Ольга Олейникова.
Father, tell me, do we get what we deserve? Сюрприз, потому что на нашем концерте гости из дружественной вокальной школы. Я с огромным удовольствием и любовью приглашаю сюда ученицу Алину Филипповой, которая ходит к нам в хор, нашу хористку Алину, ученицу. Танечку позовем. Меня хорошо слышно? Песня у меня прозрачная, хочется вам все нотки донести. Надеюсь, у всех новогоднее настроение просто зашкаливает. Да! Но я, если знаешь вам честно, я, как Оля и Коля, люблю порефлексировать. Поэтому песня моя будет хоть раз детственская, но немножечко грустная. На несколько минут, а потом снова безудержное веселье. Thank you.
У нас сегодня из наших солистов несколько человек, ответственные за предрождественское настроение. Я приглашаю на сцену наш главный звоночек. Да! Наш звоночек, любимый колокольчик, Света Романова. Привет. Я выходила так, потому что у всех должно быть новогоднее настроение. Сейчас у нас хватит сил на все. Я хочу сказать про песню, которую буду петь. Песня была написана аж в 30-х годах прошлого века, а исполнялась впервые в фильме «Римский скандал». Я не смотрела, но, думаю, стоит посмотреть. И, как выяснилось, эта песня была одной из любимых песен Уинстона Черчилля. В общем, поэтому тем более надо посмотреть фильм, что же там такое случилось, почему ему так понравилась эта песня. А песня о красоте, песня действительно предновогодняя, она о том, что нужно сохранять молодость, красоту, если мы хотим, чтобы нас любили. И это, собственно, мое вам пожелание на Новый год. What's good about you, little beauty? It's your beauty, not grace. Old Father Time will never harm you if your charms still. Thank you.
сейчас прозвучит песня с интересной судьбой. Мы должны были ее в первый раз спеть уже 3 концерта назад. Но у нас сначала солист заболел, потом у него собака заболела. И я надеюсь, что сегодня все сошлось абсолютно, абсолютным образом для того, чтобы эта песня прозвучала. When your mind's made up. И Андрей Юдин, где ты? Сегодня здоров. Собака тоже здорова. Сейчас будет грустная песня о том, что некоторые вещи нельзя изменить или предотвратить, и одна из этих вещей — любовь. If you want something, and you call, then I'll come running to fight. And I'll be at your door when there's nothing worth running for. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to change it. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point even talking. You see, you're just like everyone. When that shit falls, all you want to do is run away. Hide all by yourself. When that fall falls, no one will run to help. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to change it. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point even talking. When your mind's made up, when your mind's made up, there's no point trying to fight it. When your you call, then I'll come running in. Сейчас еще одну юную хрупкую барышню я приглашаю сюда, чтобы создать романтическое настроение. Я очень надеюсь, что она не будет говорить, что это грустная песня. Все песни, которые мы сегодня поем, они либо лирические, либо философские, либо задумчивые.
Я же говорю, сегодня у нас Romantic Collection имени... Зайка, пойдем. Я говорю, пока ты не подошла. Romantic Collection имени Рождества и Нового года. Встречайте, пожалуйста, Ладу Катрушку. Здравствуйте. Сам у нас играет на гитаре, а тут он нанес себе предпраздничную травму и тем самым избавил себя от необходимости играть. На самом деле там ничем нет. Добрый день, вечер. Здравствуйте. С наступающим вас. Еще одна радостная песня. Я глобально ничего вам желать не буду. У
потому что у каждого свои какие-то масштабные планы на год. Я хочу вам пожелать в следующем году просто побольше высыпаться. Не то чтобы это... Куда? Не то чтобы это как-то связано с моей песней, просто я очень люблю спать. Прекрасная Ева Мария ставит следующую песню.
Здравствуйте. Сегодня я исполню песню, которая была написана в 40-х годах 20-го столетия, а потом впоследствии стала джазовым стандартом. Эта песня, можно сказать, о недопонимании. Поэтому в новом году я желаю всем, чтобы ни у кого не было недопониманий с вашими близкими. Любите друг друга, будьте любимы. Наступающими праздниками. Вот. Но песня у меня не совсем новогодняя, поскольку погода у нас не зимняя, а осенняя, поэтому мы споем вам песню про дождь. Поехали? Thank you.
а наша сольная часть завершает самый настоящий Дед Мороз, который к нам приехал из из Воронежландии. Встречайте, пожалуйста. Наташа Геращенко! Добрый вечер. Ну, всего нажелали, аж не знаю, что сказать. Скажу лишь одно, мечты сбываются. Конец 18-го года, и я все-таки в Москве. Во многом благодаря Ольге Олейниковой и Сане Сайсингу. Всем мир, всем сбычем мечты в новом году. Музыканты. Владимир Воеводин, ударные инструменты. Алексей Фетисов, бас-гитара. Юрий Кривошин, гитара. Николай Довкин, клавишник.
сейчас мы, как в сказке по волшебству, без перерыва начнем второе хоровое отделение. Пожалуйста, сами сайт Singers на исходные позиции, чтобы мы поставили микрофончики. У вас буквально 5 минут есть подышать, ходить, подышать, побудрить носик. Буквально 5 минут. Слава Украине!
он и мы. Sunnyside Singers! Ну, еще один новогодний сюрприз. Первую песню у нас солирует Николай Добкин! О, да, друзья. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh, all the fields we go, laughing all the way. Между прочим, есть такая маленькая семейная тайна. Дело в том, что нашим ангелом-хранителем является не кто иной, а Элвис Пресли. Поэтому у нас, между прочим, есть свой собственный домашний Элвис. И он споет следующую песню. Алексей Фетисов. Why can't every day be like Christmas? Веселая песня. Мы продолжаем поздравлять вас с наступающими Новым годом и Рождеством. Sunnyside Singers! Christmas, what a wonderful world.
Гласит, что некий очень бедный мальчик
подошел к новорожденному Иисусу и сказал: «Я такой же бедный мальчик, как ты. Я не знаю, что тебе подарить. Можно я сыграю тебе на барабане?» Вот, это было давно. Что выросло, то выросло. И теперь вместе с нами Владимир Воеводин. Drama-boy.
Mary had a baby, my Lord. Mary had a baby, Mary had a baby, Mary had a baby, my Lord. Счастливое Рождество. Merry Christmas. War is over. Солирует Вера Поручкова. Young.
еще раз поздравляем вас, друзья, со всеми праздниками, с Рождеством, с Новым годом, со Старым Новым годом, со Старым Рождеством, со всеми праздниками, которые вы празднуете. Это были Sunnyside Singers. Наши дорогие музыканты Николай Добкин, Дмитрий Красивов, гитара, Алексей Фетисов, бас-гитара, вокал, Владимир Воеводин, барабаны. Спасибо вам огромное за то, что вы с нами. Приходите к нам всегда. До свидания, будьте здоровы! Спасибо!